Сегодня Европа, как мне кажется, на грани того, чтобы повторить путь Украины. Что я имею в виду? Украине не нужна была война с Россией. Украинским людям, украинской экономике не нужна была война с Россией. Эта война навязана. Выгодополучатели этой войны сегодня за океаном. Эта война не нужна ни России, ни Украине, ни Европе. Точно так же Европе сегодня не нужна эта война, эта война не нужна людям, эта война ни в коем случае не принесет пользы европейской экономике и промышленности, и предприятиям. Именно поэтому очень похоже, что это произойдет. Это может произойти, точнее. И в этом случае Европа, правда, может повторить украинский путь, как уже целое содружество стран, которых толкают к ней их войне.